Рад снова всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем играть в Gas Station Simulator. Это уже пятая серия. Соответственно, закончили мы на том, в тот раз, что было все плохо. Мы что-то ничего не успевали, и мы что-то бегали туда-обратно. Ничего не получалось, ничего не хватало. Еще и этот... О, женщина должна выйти с отдыха, получается. Выходит она с отдыха, нет? Бежит? С отдыха бежит Амелия, моя любимая. Где она отдыхает? Блять, пока ее дождешься, эту Амелию. Так вот. Еще закончилось все тем, что меня ограбили, и получилось как не очень прям приятно. Просто. Мало того, что ограбили, так еще и потом не получилось у меня. Как это сказать? Что у меня не получилось? У меня все не получилось. У меня не получилось. Не получилось ремонт завершить. То есть. Ремонт. Был завершен, а гражданин не сел в машину, не уехал, и он сказал, что вообще не стоило вообще ни о чем говорить. Просто остался, в общем, недоволен моим сервисом, а я ничего плохого не сделал и не хотел сделать. Тихо. Блять, блоками покупала бы и все. А, чаевый, $5 практически. Здорово, мужик, молодец, работаешь. Так, та женщина, которая у меня работает, где она там есть-то? Слышь, не бибикай. Ты руль бы хоть в руки взял, дружище. Ты, блядь, чё размахиваешь-то? Полный мусор уберется сейчас, нет? Но вообще должен, по идее, полный мусор-то убраться. Он же у меня, типа, не полный. Или где он полный-то? Я, может, что не понимаю. Может, он где-то так полный, что я... Вот это был полный мусор? Ты серьезно сейчас? Я сейчас просто деньги потратил, за вывоз заплатил, да? Я ж не очень хорошо получается. А им бы лишь бы бросить. Ты представляешь? Им лишь бы бросить. Так, а женщина, которая у меня работает. Найм. Начать разговор. Ты должна... торговать на кассе. В смысле, оплатите, блядь. А где этот сотрудник, чтобы я ему оплачивал? Где она есть? Работник. Зарплата 10 в час. Начать разговор. Оплата. Оплатить. Все? Нет? Я же ей оплачивал всю работу. В чем прикол-то был? То, что она ушла от меня. Точнее, ну как-то, а как она ушла? То, что там забаговалось, я же не был виноват. Я же нажал на кнопку оплаты, оплатил. В чем проблема? Я не понимаю просто. Я не понимаю прикол этой игры. Она часто багуется и... Бывает, что ты быстрее, чем нужно, нажимаешь, а оказывается, нужно было подождать игру немножко. Оказывается, не нужно здесь самодеятельностью заниматься, и просто нужно подождать игру, когда она сама придумает тебе это сказать. Клиент у кассы пусть ждет, стоит, потому что... Ну, потому что. А что поделаешь-то? Потому что нужно ждать, уметь ждать, как говорится. Да? Да. Так-с. Ладно. Никто же не умрет, правильно, от того, что просто-напросто постоит у кассы. Подожди, я же назначил ее, нет? Или нет? Я, наверное, ее не назначил, раз она не идет сюда. То есть я не мог ее назначать до тех пор, пока не оплатил. Справедливо, справедливо. Начать разговор, список задач, торговля на кассе. Бежишь? Бежишь, нет? Где ты есть? Там клиенты уже заждались. Придется мне самому работать. А я не могу сам работать. А я не могу сам работать. Амелия уже должна работать. Ёпа мать, как все сложно. Колеса. Заказать нужно колеса. Заказать нужно колеса. Доставка автомобильных запчастей, колеса. А, и средства для удаления... Нет, зеркал. Средства для удаления зеркал нужно заказать. И заказать. Соответственно. Идем в гараж. Потому что можем. Не дай бог, у тебя будет сейчас два колеса пробито. Вот тебе очень не повезет. Молодец. Пробил лишь одно. Так, 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 так. Да, да, да. Все отлично. Клиенту топливо есть уже, ёшкин кот. Как же все несправедливо. Они какими-то кучками приезжают постоянно. То есть они не думают о том, что здесь может быть очередь. Или же что здесь... Может быть, какой-то завал. Они прям берут и в какое-то там время прям берут и начинают приезжать. Просто приезжают, и как будто бы так и нужно. А на самом деле так и нужно. Have a nice day. Тебе того же. Клиенту кассы. Почему клиенту кассы?
А, пиликается. Пиликается клиент. Да не хотел я отпускать-то, я хотел тебя заправить по-человечески. Что же я за человек-то такой тоже, в конце-то концов. Не хотел я так делать. Эв говорить, оплата. Давайте оплачу сразу. Может быть, тебе оплатить премию? Что будет-то? Рано. Рано я ее, блядь, замотивировал. Рано я ее замотивировал. Пиздец, как рано замотивировал. 200 бачей просто влил и все, в никуда. Как жаль, как жаль. Но ничего страшного. Я научен теперь горьким опытом. Хера надо дождется премию свою. Прочее. Парковочку надо было бы, наверное, сделать. Но она у меня готова. Туалеты. Туалеты 150. Второй туалет. Купить. У меня теперь есть два толчка, и это будет невероятно. Точнее, это уже невероятно. Приехала машина с колесами. Приехала машина с колесами, и теперь она ждет. Рудик 102. Рудик 102 стоит на своем законном месте. Погоди, а можно здесь красить? Можно здесь тоже красить. Наверное, здесь нужно будет все покрасить в какой-нибудь такой, знаешь, грязный нейтральный цвет. И чтобы не было это видно. Правильно? Правильно. Давай, покрашу. Покрашу в серый, наверное. Стена большая, и, наверное, красить ее нужно будет очень-очень долго. Я бы так не сказал. Красится она очень быстро. Красится она очень быстро. Может закрыться здесь, потому что, ну, мало ли что, Дениска сейчас припрется, блядь, и все, и своворует у меня все, что у меня есть. А я так не хочу, он у меня уже своровал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, на сегодня план, знаешь, какой? Нужно сегодня улучшить, апгрейднуть, так сказать, заправочку. Чтобы она стала больше, вместительней и, соответственно, вообще, чтобы все было классно. Закрыть самое главное, не забывать. Даже две... Опа, десяточка прилетела. На ровном месте десяточка прилетела. Это на клиентов тут обслуживать с такой скоростью, да, и с такой прибылью? Молодец. Пожалуйста. Хотя она не сказала даже спасибо, она сказала круто. Никогда не видел, наверное, как бензин заливают. Люди из деревни, что сделаешь? Удивляются любой мелочи. Как будто магии. Полный мусор, опять полный мусор. А стены моются вообще, нет? Нет, не моются, как жаль. Третий туалет можно купить, но третий туалет мне не по карману. Давай мы с тобой сделаем вот что. Клиент у гаража подождет. Какой вот из этих цветов был? Наверное, вот этот, потому что у меня тот был недоступен. Это третьего уровня цвета, а этот был первого. Да, именно этот цвет. Как я правильно попал? Над колеровщиком идти работать, оказывается, а не заниматься тем, чем я занимаюсь. Вот это что? Это я попал в какую-то в комнату закрытую, получается. Которая еще до сих пор не куплена у меня. Но получается так. Получается так, туда вход-то даже нету. Офигенно. А, пойдем. В гаража клиент, он меня ждет очень долго уже. И стоит его, наверное, принять. Ой, какая дамочка-то, какая вы красивая-то у меня. Пришла дамочка, смотри, какая. Ну-ка, надо ее это... Хотя, не надо ее... Так, ничего себе, у него колесо и две двери. Колеса разместить. А я только два заказал? А чё не одно? Я, конечно, такой сообразительный сегодня, что прям не могу. Угу. И получается, нужно еще сделать вот что. Замазю к тебе двери. Видишь, как у меня трясется микрофон сейчас? Это я с такой интенсивностью замазываю ей царапины на экране, блядь, на этом, на машине. Все, нет? Все. Так, у топлива подождет. Хотя здесь можно и не дрюкать немножко мышку. Точнее, можно дрюкать мышку немножко совсем. И ничего не изменится. Даже быстрее получилось каким-то образом. Клиент у кассы этот. Иди в жопу, пожалуйста. Ты сам сюда накидал мусора, а теперь возмущаешься. Уйди. Да бляха-муха, уйдешь ты или нет сегодня?
Она за премию может вообще бесконечно что ли работать, получается, или что? Обслуженные клиенты магазина. Соточка. Ну, соточку, в принципе, быстро достаточно можно организовать. Как бы поток-то увеличить? Поток бы увеличить прям, чтобы они прям ехали и ехали сюда. Может, заправку саму улучшить как-то? Вторую, может, станцию поставить? Да посмотрим, что здесь у нас можно сделать. Газ-стейшн. Не. Оборудование. Прочее. Оборудование, прочее. Прочее. Парковка. Сама заправка мне нужна. Это туалет, а не парковка, явно. Топливная колонка. Вторую топливную колонку купил, смотри-ка. Это ж круто. Так, а теперь декорации давай снаружи сделаем какие-нибудь, типа, ну, красиво, чтобы было. Вот так вот. Да и потрачу последние деньги на вот эту вот херню. А почему нет? Ну, типа, почему? Кто мне может запретить? Почему-то я так это... Фризю прям сильно. Хотя... А, вот сейчас перестал. Хер его знает. Кто-то фризит. Сзади меня, короче, вот видишь вот эту вот полосочку белую? Это, короче, солнышко. Да. Это я просто тебе для общей информации сказал. Не знаю, зачем это тебе нужно, но просто ты знаешь теперь, что сзади меня солнышко. $54 она хочет. Только денег нет, женщина, извини. Теперь у нас с тобой две колонки. А где у тебя бак? А, вот он. Ух, как я ровно попал. Пожалуйста, обращайся. Как ты в ней помещаешься, в этой маленькой машинке? Выполните все задания, подсказки, забивайте идеальные хиты, обслуживая клиентов, чтобы получать чаевые и повышать популярность. Популярность и так, вон, невероятно высокая. Здесь я покрасил все? Нет, не все покрасил. Давай докрашу здесь я зеленым цветом. В целом, заправка у нас с тобой вообще просто невероятно классная. То есть все люди радуются. Приходит когда к нам. И вообще, то есть она и красивая, и функциональная, и большая, и вообще все четко. Так, а вот эти стены-то зачем мне красить? Она... А я их не могу изнутри покрасить. Могу? Могу! Только не буду. Пусть они там в этой... В такой этой... обстановке ходят. Надо колес купить. На колес у меня денег нет. Клиентов у топлива появились. Клиенты у топлива появились, точнее. И немножечко больше их появляется. Как фризит ты иногда, ну? Что за ерунда такая? Я не понимаю вообще, прям. Так вот, я немножечко подправил графику. И надеюсь, она фризить будет чуточку меньше. Потому что я не знаю, почему она фризит. Вероятно, она фризит из-за того, что много объектов. Потому что вряд ли это... не справляется видеокарта или что-то там. Еще два колеса, блядь, два колеса, ёб твою мать. Нет у меня двух колес, женщина, извини, пожалуйста. У меня нет двух колес, серьезно. Я же ведь ничего сейчас не сделаю даже. Но по факту-то реально ничего не сделаю. Сейчас придется заказывать колеса. Надо было говорить, что ты там, зачем приедешь. Пойду закажу колеса. У меня $140, 146. У меня не хватает денег на... даже на три колеса, наверное, да? Да, хер мне кто доставит три колеса. Шины, две шины могу заказать. Заказ. На заправке. Хорошо. С учетом того, что еще и топлива мало у меня остается, это вообще ужас. Так, ну пойду я тебе... Что такое? Золотой диск здесь висит. Замазюкаю тебя. Прям тебя замазюкаю. Замазюкаю дверь ей. И пусть ждет. Может ей вот такое колесо поставить. Может местами поменять просто. Че нет-то? Блять. Как далеко я бросил. Едет же долго-долго едет. Клиенту топливо. Клиенту топливо, это хорошо. Так что ж хорошего, если у меня сейчас оно закончится. 30 литров осталось. На одну заправку мне осталось, короче. Надо заказать топливо. Доставка. Поставка топлива. Соточку. $240. У меня столько денег нет.
Только денег у меня нет. Там доставщик с колесами летит. Сейчас я ему двери открою, колеса разгружу. И получается, что? И получается, вот он сейчас заезжает. И пусть он... Бляха-муха, ты сможешь или нет нормально залезть? И иду дальше. Ну-ка, давай. Сваливай. Давай быстрее, пожалуйста, дядь. Я тебя жду, Тур. Я тебя только жду. Ну, серьезно, он просто... Ну, просто прям как-то не по-человечески. Получается, клиенту топливо, а мне заправлять сейчас нечем будет даже тебя, дружище. Я даже 100 литров заказать не могу. Где колесо-то сломанное? Так, вон, сзади справа. Ох, господи, сейчас денежку получу, закажу топливо. Что делать-то? Если она мне даст деньги, а сейчас мне скажут еще, что вот так-то, так-то, сяк-то, сяк-то, ты долго меня обслуживал, я тебе ни копеечки не дам. А я что могу сделать? Пожалуйста, 270. 270 мне хватает на даже на 200 литров топлива. Давай мы тебя заправим, дружище. Так, это сюда или сюда? Куда? Вот сюда, наверное, да? Да. Are you trying to scam me? Ну, а... Что я могу сделать? У меня больше денег нет. Доставка. Доставка, поставка топлива. 480. У меня 470, блядь, чуть-чуть не хватает, короче. А как вы выкинуть вообще все из... Вот так вот, да? Угу. Доставка 100 литров. Отменить заказ написано. Заказать. Больше нет топлива. Круто. Заправка без топлива, это, конечно, классно. Это лучшая заправка, которую можно было только придумать. Ладно, ладно. Зато все деньги в декорации влепил. Круто же, круто. Ты еще денег хочешь, в конце концов. Женщина, ты, блядь, такая молодец, конечно. На, я тебе ничего больше не должен. Уйди, назад. Закрыть. Все. Колесиков бы купить. Вот это было бы круто, потому что у меня колес-то больше не осталось. Так. Угу. Угу, угу, угу. Ну, где вот он? Почему мешки постоянно вылетают? Непонятно почему, ну ладно. Так, то... Он, я думал, он забыл закрыть и стоит там это. Пикает. Пикает. Так, намываю полы. Чтоб чисто было, чтобы людям было приятно здесь находиться. Чтобы они могли дальше топтать полы. Water closet надо еще протереть, потому что там тоже уже грязюка. Правильно, правильно. Соответственно, иду я, значит, смотреть на работников. Заплатить всем сотрудникам. Нет, подожди, заплатить всем сотрудникам я не хочу. Найм. Можно вторую за... Блин, зарплата в час 11 долларов. Собственно, наверное, нужно было бы, наверное... А у меня что? А у меня 10, у меня вообще дешевая женщина. Купить за 349 еще одного сотрудника получается. Ну нет, рано. Клиенту топливо. А, ля-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 ля. Едь, приехал же. Я совсем задумался вообще. Так, и тебе нужен, да, тоже? Отлично. И сейчас закажу еще соточку, наверное, да? Ну да, потому что у меня топлива-то нихера не осталось. Сколько у меня топлива осталось? Остатка 74, мне на две заправочки. На две заправочки остается. Она, короче, спит в ангаре, я так понимаю, да? Или где? Подожди, пойдем посмотрим, где она пересиживает. То есть она сейчас отдыхает, все еще отдыхает. А, фургончик, вот оно, ёшкин кот. И чё, она куда? Туда прям внутрь залезет и пойдет спать? А, круто. Ничего себе, у меня тут эти работнички получают пиццу, едят на обед и все дела. Клиент у гаража, бляха-муха, хоть бы у него не было двух колес. Твою мать! Там вечеринка. Там вечеринка, и это меня совсем не радует. Автомобильные запчасти, давай шины закажу. И средства для удаления... Нет, средства для удаления мне не нужно. Давай закажу две эти и пойду обслужу
Обслужу клиента у гаража. Хоть бы у тебя колеса все целые были, ёб твою налево. Я так не хочу, чтобы у них не было колес. Это просто будет не круто. Ты, сука, дурак, что ли? В конце концов, я даже вот это то, что заказал, у меня не хватит. Я, конечно, понимаю, что ты мне бабла завезешь, но это вообще не круто. Ты приехал вообще без колес. Зачем сюда приехал? Тебе надо было в магазин ехать. Да все, пизделики колесам, дружок. Зеркала, двери, вообще все по пизде у тебя пошло, дружище. Ты, конечно, молодец. Ты где так проехался-то? В гетто, что ли, в какой закатил? Пойду я, короче, обслуживать вот товарищей. Вот это молодцы, вот это веселуха у вас. Дружище, постойте, подождите. Доставка деталей из шин, корзину, и мне не хватает еще одной. Заказ невозможен, доставка пути. Ебучий случай, как здесь все сложно. Я уже забыл, как работать. Пожалуйста, давай, давай дальше. Клиенту топливо. Клиенту топливо терять нельзя. Бляха-муха, не, я так не успею. Я так вообще успевать ничего не буду. Я прямо сейчас настолько сосредоточен на игре. Уровень популярности до 5 уровня вырос. Ты представляешь? 5 уровень популярности. Я такой, блядь, молодец. Я такой, блин, популярный. Просто невероятно. Просто круто, просто круто. Все машины уезжают счастливые. Клиентов 12 у кассы. Ёлки-палки, у вас тут гуманоидов развелось. Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня звать. Да я знаю, ты тоже, красавчик. Во, ребятам весело, приехали в магазин в костюмах маскарадных этих. Тихо, бляха, муха, собака такая, сканер комбо уехал. Ты дурак совсем? Я тебе бесплатно товар отдал только что. Ты меня дураком еще выставляешь. Да я знаю. Клиенту гаража, клиенту топлива. Приехал, да, доставочка? Тут 8 человек, давай до 5 хотя бы сброшу. Ты все решил у меня купить в магазине? Или что? $40 на ровном месте, просто здрасте. Так, давай доставку топлива еще организую. Соточку хотя бы. Блин, клиентов, конечно, вагон, просто вагон. Пойду разгружу и клиента из гаража отправлю. Уйди в жопу. Не нужно меня давить. Самое главное сейчас нам с тобой не захера вертить, просто все. Главное правильно расставлять приоритеты. Все? До свидания. Дружок, быстрее уходи. 6 клиентов у кассы. 6 клиентов у кассы. Просто 6 клиентов у кассы. Это ты представляешь, какой объем работы. Но в гараже на подъемнике стоит до сих пор. Погнали. В гараже на подъемнике, конечно, это круто, но, блядь. Ай. Давай еще одного обслужу. И пойду на подъемник. Все, пошли. Клиент в гараже стоит, ждет. Когда же я вернусь к нему? Сука, а смысл-то какой, что я к нему пришел? У меня все равно одного колеса-то не хватает. Да, конечно, я такой молодец. Правильно расставил приоритет, как говорится. Говорит, надо правильно расставлять приоритет, а у самого колеса одного не хватает. Можно было где-нибудь их там в долг хоть взять, я не знаю. Это просто на самом деле, вот он приехал без 4 колес. Это откуда мне их взять-то нужно? Это мне настолько впрок надо запасаться, что капец. 7 клиентов у кассы, я не успеваю вообще ничего. Надо нанимать бабу вон ту, которая, это самое, которая работает будет. Работа, которая у меня будет. Я с таким этим напором не справляюсь. You're amazing. Я знаю. Хотя бы потому, что я работаю один на этой заправке. Так, пойдем. Чуть-чуть подергивается, потрыкивается. Ребят, вам, конечно, весело. Работник. Работник, начать разговор. Список задач. Торговля на кассе. Заплатить. Начать разговор. Оплата. Не надо оплату. Список задач. Торговля на кассе. Доставка.
доставка автомобильных запчастей, шины. Шины, 200... Бляха, у меня столько денег нет. Да? Нет денег столько. 260 тоже нет. Вот на 3 хватает. Заказ. Заказ и погнали. К вам сейчас придут. Ждите. Касса, клиент, топливо низкий, уровень топлива низкий, надо заправить топливо. Отлично. Где товарищ, который едет? Полкилометра еще, аж шалеть как далеко. Доставка топлива, полный мусор. Полный мусор, кстати, надо выбросить, а то что-то они это самое. Ходят здесь, мусорят. А еще, кстати, мало того, что они мусорят, так они еще и натоптали здесь. Я и прачка, я и срачка, и грачка, блядь. Кто только не это, кем только не работает на этой заправке. И не платят же. Все уходит, все уходит, все деньги уходят просто вот как здрасте. Так, а где еще натоптали? Они просто вот, я под ним подметаю, они опять топчут. Топчут и топчут, топчут и топчут. Сил моих нет. Да сколько можно-то? Где ты еще-то натоптал? Вот он. Ботинки вытирать. Опять натоптал. Вытирать не пробовал ботинки? Где мусорный пакет? Где мусорный мешок? Куда он делся? Хер его знает. Никто не узнает, где этот мусорный мешок. Вон он едет. Фургон. Фургон едет. Хорошо, ладно. Топливо тоже есть. Один клиент у топлива тоже есть. Вот то, что он в гараже стоит, мужик один, вот это вот, конечно, некрасиво. Он там уже столько стоит времени. Я просто не хочу даже, чтобы он выходил. Все. Садись. Зачем ты уходишь-то постоянно? Что это за скрипт у тебя такой некрасивый, неприятный? Я ждать должен, капец как долго. Я так понял, с гаража он никогда и никуда не уедет, потому что, ну, в конце концов, куда он уедет, он на подъемнике. А, вот от топлива могут уехать, так что пойдем к топливу разгружу, так скажем, заправлю, расправлю. И... Ну-ка, клиент, заказ, давай. Это новый, я понимаю прекрасно, что тот-то меня дольше ждет, но... Ну, а что делать-то? О, веселуха у них там. Смотри, автобус аж сияет весь. А, куда иду? Блин, я иду в гараж. Я сейчас иду в гараж. Деньги просто рекой сыпятся. $266 у меня. Капец, напряженка. Вот это да, вот это я понимаю. Подожди, это не то. Мне нужно расположить колеса, взять колесо и посмотреть, где еще колесо сломанное. Вот оно. Наверное, мне сейчас пиздюлей дадут вместо денег за то, что я так долго его обслуживаю. Ну, а что поделаешь? Никак иначе не получается, правильно? Не получается. Прошло 27 минут, офигеть. Прошло времени уже сколько. Запись идет, капец, как долго и далеко. Чего нужно-то еще тебе? А, дверь еще заполировать тебе надо. Едить его колотить. Надо, короче, все купить для гаража, потому что гараж денег приносит неимоверно много. И получается... Получается, деньги-то он приносит... Полтысячи, смотри, пришел. Колеса надо заказать. Женщина, ты очень поздно пришла на работу, потому что я уже все обслужил. По сути, по факту-то. Но все равно спасибо. Так, они алкашку почти всю смели, и закусончик весь смели, и сигарет все смели, офигеть. Это молодцы. Уровень пятый только в путь. Смотри-ка, обслуженных клиентов магазина осталось обслужить 65 штук всего, а автомобиль заправленный еще 26, и 5 отремонтированных авто, и чаевых надо получить еще 25. То есть, ну, в принципе-то нормально. А, давай закажу я доставку топлива. А, доставку топлива, соточку закажу еще. Подожди. Вот так невыгодней. 200-450, то есть 225 за одну. Да, тоже на то же выходит. Короче, я вот так закажу. Доставка автомобильных запчастей. Получается, шины надо заказать. Я что могу сделать? Шины дорогие. 3 закажу шины. 3 вот этих. И, наверное, одно зеркальце. По стоимости, конечно, капец, золотые выходят. Но все, что, короче, сейчас заработал, я потратил на топливо и на запчасти. Грустно, клиенту топливо. Грустно, обидно, но что поделаешь, в бизнес надо вкладываться, и как бы расходники, они сами себя не купят, правильно же? Заправка просто процветает. Ты смотри, сколько клиентов, смотри, сколько желающих заправиться на моей станции. Это ж круто. Главное контролировать все расходники. Главное контролировать все расходники. И главное контролировать все эти мелочи жизни, так скажем. Нужно смотреть, где, кто, что, куда, так, зачем. То есть они вот
все происходит, а что происходит? Подожди, сейчас микрофон поправлю, тут как-то он стоит у меня не там, где нужно. Вот сейчас вообще вот отлично он стоит, я могу, я хотя бы в него разговариваю. Так, дружище, давай, выходи, бросай шланг, клиент у кассы там обслуживается, уровень топлива низкий, сейчас мы его поправим. Ох, ёшкин кот. Красота. Ой, какой важный человек, смотри-ка, набухшей мордой. Мне кажется, тебя не должны были пускать за руль даже. Это мне тут три звездочки, все дела, красиво как. Вот это на превьюху пойдет, смотри. Вот это красота. Вот задач бы не было, было вообще круто. Вот так, наверное, вот. Машине нужно было именно там остановиться. Вот так. Вот так вот. Во-во, вообще четко. Четко. Оставлю так. Уехала заправка. Теперь приехала ко мне доставка колес. Вот, кстати, вот этому товарищу сейчас колеса пришли. Сейчас он будет у меня обслуживаться. Я буду ему прикручивать новые колеса, которые привезли. Опа! Забуксовал. А что поделаешь-то? Прикинь, я могу машину останавливать. Здесь нет особого смысла торопиться по открытию-закрытию, потому что один хер, у меня есть секунд 10, чтобы просто вот он выходил туда-обратно. Мне не нравится вот этот скрипт глупый. Клиент у гаража стоит и ждет меня, и клиенту топливо стоит. Погнали. Погнали скорее. Клиент у гаража, ладно, клиента у гаража надо поднять на подъемник, он никуда уже не денется, а вот клиенту топливо никуда не поднимешь, поэтому... Ну-ка. Ремонт. Такое чувство, вот у меня здесь обратный отчет есть. Хорошо, что его здесь нет, правда. Да, пожалуйста. У меня отличная работа. Да, клиент у кассы обслуживается, потому что там есть человек. Клиент у гаража. Смотрим, что у него тут. Одно колесо. Одно колесо. Поставим и сюда его. Тринь-тринь-тринь-тринь-тринь. Отлично. Тринь-тринь-тринь-тринь-тринь. Я поставим новенько. И также прикрутим. Тринь-тринь-тринь-тринь-тринь. Все. Все? Все. Да, смотри-ка. И разгрузить вот здесь вот колеса. То есть мне на один комплект, по сути, хватает. Хорошо-то как. Что там едет? А, оно уезжает. Да, оно уезжает. Надо заказать похавать. И надо заказать по сигареток. Мороженку надо, наверное, купить. Погоди, у меня какая цель? Больше инфо. $1000, ошалеть. Сколько денег у меня нет. Инструменты. Вернуть. Так, воркшоп. Воркшоп, больше инфо. Car Mirror, Pressure Remover. Не, а, это, наверное... А, я понял, это все, что у меня есть. Это я могу удалить, но я этого делать не буду, соответственно. Я могу улучшить мастерскую, только что она улучшит-то? Я посмотрел просто, что она дает-то. Было бы круто, наверное, узнать, что мне даст то или иное улучшение. А то как-то в никуда деньги просто солю и все. Так, $420. Надо топливо заказать. Надо заказать топливо, потому что без топлива мы заправка моя не заправка. Я бы сказал даже более чем. Пара-па-пам. Так, хорошо. Но в целом у меня все есть. Деньги есть. Топливо заказать забыл. Заказ. Доставка. Доставка топлива. 500 не могу залить. Я могу залить только... Получается, сколько? 350 литров. You're joking, right? Ну, 350 литров, это тоже круто. Заказ. Клиент у гаража. Клиент у гаража, это большой молодец, конечно. Пусть стоит, ждет. Такой срачельник у меня здесь. Одни колеса валяются. Женщина, вы прекрасны. Раз колесо и зеркало. Колесо и зеркало.
Это без проблем. Это я могу. Я вообще шиномонтажник со стажем. Я здесь уже работаю миллион лет и приучился делать все просто. Вам бы диски поменять, они проржавели чуть-чуть. Диски-то они не такие дорогие, женщина. Че вы? Так, разместить все зеркала и, соответственно, пойти его заменить. Подожди-ка. Чуть это не разбил. Вот оно разбитое. А я вообще уже пошел куда-то непонятно. Все, свободно. $180. Вообще на ровном месте. Давай мусорный мешок возьму. Наложу колес сюда. Классно, что в мусорный мешок помещается куча колес. Просто офигенно. Блять, опять... Здесь какой-то бермудский треугольник получается. Я просто беру мусорные пакеты в карман, ой, в руку, и получается, что они теряются. Давай. Оп. Super. Пожалуйста. Супер, говорит. Так, дяденька, выходи. Давай заправим мою заправку. Заправке тоже нужна заправка. Опа. И, естественно, подмести. Хорошо. Работа кипит. Так, еды нужно заказать. Доставка товаров. Доставка товаров. Наверное, нужны сигареты. Вот эти вот по дешману возьму. Вот эти по дешману возьму. Вот эти по дешману возьму. И возьму алкоголь. Алкоголь какой у нас по дешману? Вот эти вот пивко возьму. Вот это возьму. И по закускам. Закуски-то больше здесь нет никакой, да? Наверное, надо взять вот это. И чипсонов. Угу. Автохимию можно, кстати. Но она, получается, на другой стеллаж должна прийти. Вот это и газетку возьму. Вот это возьму и вот это возьму. Хватит места-то у меня, нет? И денег, и места хватило. Красота, красота. Блин, тут топлива никакого нет. В Waterclosity немножко поднасрали мимо. И получается, пойду сейчас я протру. Ага. Угу. Все. Так, что у нас получается? У нас получается, что серия уже идет 37 минут. У нас с тобой еще минуток 10, наверное, есть где-то, плюс-минус. И мы за 10 минут сейчас намутим что-нибудь интересного. Хотя, что мы интересного можем намутить, если мы за все это время особо ничего не намутили? Самое главное нам с тобой сейчас это не обосраться. Самый неприятный момент в плане того, что, ну, не испортить репутацию свою. То есть у нас сейчас с тобой репутация хорошая. 8% 5 уровня. А... Нужно вовремя чиниться, чистить все подряд. Все чистить нужно. Так, это где он? Где он едет? А, зачем я в туалет зашел? Туалет-то мне не нужно. Доставка едет, там просто уже заказ. Так, топливо. Осталось 140 литров. Нужно заказать еще одну. Нужно заказать еще одну канистру бензина. Или там бибикаешь-то? Кто бибикал-то? Да, ну. Где он там? Где он тут ходит? Где он там ходит? Дениска, блядь! Дениска где-то здесь рядом. Это Амелия, это не Дениска, нихера. Так, ладно. Дениска поднасрал где-то мне. Это я фактом говорю, просто факт. Блин, как много коробок. Но мне сейчас расхеровертит просто все, что там есть у меня, и все. Мне нарисуют все картинки нарисуют. Ну а я что могу сделать? Пойдешь, нет? Садись, пожалуйста, уже, а. Клиенту гаража, клиенту топлива, доставка ворот склада. Уезжай. Я же не знал, что у меня ворота остаются открытыми, вот эти вот. Все, все, до свидания. Блять, они, наверное, так и остались открытыми, ну ладно. Ёшкин кот, он мне нарисовал там это НЛО. А он убежал или нет? Дениска-то этот убежал, он сам убегает или как? Просто если он мне до последнего продолжает разрисовывать, то это, конечно, не круто. Нет, его нет? Нет, смотри-ка, его нет. Все, он убежал. Бляха-муха, Дениска неприятный человек, конечно. Кто его такого воспитал? Мать ремня, наверное, не давала в детстве.
Так, клиентур прет, а работник-то отдыхает. Да просто вообще не говори. Клиент у гаража. Клиент у гаража мучает колесо спущенное. Ну поменяем, жалко что ли? Конечно, вот неприятно, что делаешь все один. Просто им так много денег платить на самом деле приходится, это ж кошмар. Лучше самому, наверное, начать заниматься этим. Но сам тоже, знаешь, и репутацию не может держать в порядке, потому что... Ну, потому что всякое бывает. То есть они вот берут, приезжают к тебе, и ты можешь им нахера вертить, там, не успеть заказать что-то там. А если бы там сотрудник работал по ходу дела, пока ты там заказываешь все это, то, наверное, было бы гораздо лучше. Ты бы успел заказать, сотрудник там работает, клиенту топливо, клиенту топливо, клиенту топливо. Иду клиента заправлять. У меня 100 с небольшим литров осталось, поэтому нужно, наверное, заказать топливо. В объеме вот в таком вот, побольше заказать сразу, чтобы было. Один хрен заказывать, правильно? Лучше сразу потратиться и все. Красота. Давай, счастливого пути. Так, где здесь грязюка? Грязюка, вот она, грязюка, вот она, грязюка, вот она, грязюка. Грязюка где? Вот она, вот она, вот она, вот она. Все, чистота. А, размещаем пивко. Пивандрий. Пивчанский. И как его еще можно назвать? Нет, все, места больше нет. Кончилось место, представляешь? Вот это... Ой, тихо. Вот это размещу. И сигаретки. Во! Да так, клиент у топлива стоит. Ждет меня. Ждет клиент у топлива. Да, тебе тоже хорошего дня. Придется мне сейчас рисовать... Ой, зарисовки этого Дениски разукрашивать. Обратно в белый цвет. Вспомните бы каким... А, стандартным. Заправка покрашена стандартным цветом. Вот Дениска, конечно, да. Похабник. Неприятный, конечно, гражданин все-таки. Он, наверное, видел инопланетян, которые из автобуса выходили, и решил, бляха-муха, дай разукрашу ему заправку. Нарисуем у этих инопланетян, почему бы нет? Ну, типа, почему бы правда нет? Юсак. Слышь, Сак, там ты Сак. Да, конечно, не учили его поведению и манерам. Так, ты не бибикай заправщику-то. А то заправщик тебе на капот нальет. Будешь потом думать над своим поведением. Две машины осталось отремонтировать, 50 клиентов обслужить и... Что осталось еще сделать? Автомобиль заправить немножечко осталось. Короче, чаевых получить 20 штучек всего-навсего. По факту делов-то прям вот быстро можно это все сделать. Хотя где быстро, блях и мух? Я так это времени уже много потратил на все это. Так, клиенту топливо. Красота. Да и только. Вот это, блядь, зашел прям и выбросил. Мозгов сколько надо иметь, чтобы приходить на заправку и выбрасывать свой мусор? Я знаю. Я вообще невероятно эмейзинговый. Малый-то. Машина у гаража. Давай, выходи. Чё с тобой? Чё с машиной? Колеса целые? Похерились колеса. Одно колесо похерилось, ладно. Ничего страшного, мы сейчас тебе быстро заменим его. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Вообще просто невероятно быстро сделал всё. Жду. О! Правда, он болты загоняет немножко не туда, куда нужно. Кстати, я с этого колеса с одного зарабатываю $15 всего. Это мало так. Да. Два клиента у кассы. Да, я знаю. Это откуда появилось-то? Чуть не упало. Подмести обязательно нужно.
Обязательно нужно подмести. Так, где-то еще. Вот он. Вот он. И еще где-то. Подожди, где еще-то? Подожди, значит, там еще тоже так же. Нет. А где? Где-то прям вот вообще в самом невидимом месте, потому что я это не вижу. Ну, серьезно? Может быть, я, конечно, слепой, но... Ну, не настолько же. Ехай-муха. Прикинь, не вижу. Да-да-да, да-да-да, have a nice day. Сколько, интересно, я с топлива зарабатываю вообще? Кто-нибудь посчитал? А, вот она. Блин, грязная хрень-то это. Под ведром. Что там нужно-то сделать? Машин нет никаких еще. Машин пока, правда, никаких нет. Надо просто подождать. Так, а, убраться нужно было в туалете. Все. Убрался в туалете, и получается... Получается, что? Надо серию заканчивать, получается. Вот что получается. Женщине надо работу оплатить, работничек. Начать разговор, оплата $38. И сколько у меня там стоит... Ой, сколько у меня там на заправке литров-то осталось? Топливо 251 литр. Мне его за глаза пока хватит. Пойду я заремонтирую человека и закончу ремонт авто, так скажем. Главное, чтобы у него не было двух колес сломанных. Сука. Ладно. Пойдем, как будто бы... Как будто бы так и должно быть. Доставка, автомобильные запчасти, шины. Ну что экономить? Давай 4 закажу. Блин. Обидно, конечно, обидно. Ну ладно, а что поделаешь-то? Ничего же не поделаешь. Уже ж приехал. Ну сейчас, короче, выполняю вот это вот задание по автомобилям. Закрываю нахер автомастерскую. Хотя, нет, не буду я закрывать, она денег много приносит. Так, что тебе надо? Зеркало еще починить. Зеркала тоже кончаются, осталось 2. Надо, короче, прям массово закупиться. Поэтому по автомобильным запчастям. Чтобы... Товаров нет. А чтобы... Было все классно. Так, блядь, опять я в туалет захожу. Зачем я в туалет захожу? 5 товаров. Так, на заправке подождут. Да-да-да-да-да, давай счастливого пути. Так. Ага. Да я о тебе того же мнения, я не знаю, как, что ты там сказал, но, видимо, что-то хорошее. Угу. Клиент у гаража, ну это мы знаем. Это он меня ждет, пока там приедут колеса. Даже я не предусмотрительный и колес не заказал. Пойдем. Приехали колесики. Быстро достаточно, кстати. Всегда бы так было, да, доставка приезжает просто прям вот через 15 минут после того, как ты заказал все. И не зависит это от того, что ты заказал. Пиво себе заказал или колеса. Так, так. Все, до свидания. Уходи, дядь. Дядь, уходи, все, заканчивай. Свои вот эти вот приколюхи-то. Сваливай. Остается открытым, но не воруют, смотри. На заметку надо взять, своруют у меня из открытого гаража. Настолько открытого гаража или же нет. Так, так, так. Хорошо. Нам с тобой осталось всего ничего. Просто поменять колесо. И будет выполненное задание. $250 прилетело. Ремонт авто выполнен. На этом мы с тобой, наверное, заканчиваем. Потому что сейчас я еще одного клиента обслужу и закончу. Потому что... Типа задание хоть одно мы выполнили. И получается все. Получается все. Красота. И на этом я прощаюсь с вами. Спасибо большое всем за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. Увидимся в следующей серии
заправки. На стримах увидимся, в других видосах увидимся обязательно. И всем до скорой встречи. И всем пока.